Инсульты являются одной из основных причин смертности в России. В большинстве случаев речь идет об ишемических инсультах. Это состояние возникает внезапно даже у самого здорового, на первый взгляд, человека. Исход ситуации во многом зависит от того, насколько быстро можно оказать человеку специализированную медицинскую помощь. Федеральная служба государственной статистики уже наглядно демонстрирует нам неутешительный прогноз смертности населения от ишемического инсульта. Когда-то предотвращение этого коварного недуга во время операции и в послеоперационный период казалось чем-то нереальным. И вот уже к сегодняшнему дню такое устройство придумано, и функционирует оно в университетской клинике «Казань». Новое устройство, которое применяется в нашей клинике, это стенд с двойным покрытием. Оно представляет собой тот же самый стенд, но в дополнение к этому для большей защиты имеется еще одна оплетка, которая позволяет как раз провести стабилизацию этих бляшек и не допустить попадания вот этих вот атеросклеротических субстратов в русло сосудистые и предотвращает дистальную эмболизацию как раз, то есть предотвращает инсульты. Новое устройство эффективно защищает сосуды и предотвращает развитие ишемического инсульта во время операции на сонных артериях. Теперь при операциях идет двойная защита. Устройство защищает сосуды головного мозга от попадания в них частичек тромба и одновременно блокирует даже самую маленькую возможность попадания тромба в поток крови. С помощью нового устройства уже проведена первая операция в университетской клинике. Данная услуга доступна абсолютно каждому. Попасть к нам может любой пациент, у которого будет выявлен бляшка в сонных артериях. Обычно это выявляют врачи ультразвуковой диагностики. Затем пациент идет, обращается к своему хирургу либо к своему терапевту, и его направляют уже в дальнейшем к нам на консультацию. Вся медицинская помощь оказывается в рамках обязательного медицинского страхования и полностью бесплатна для пациента. Изучение механизма и причин возникновения инсульта дает основание утверждать, что основными факторами риска являются генная предрасположенность и образ жизни. И если первый фактор из двух – дело науки, то образ жизни зависит только от нас. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.